Күн шарфеңіз қайрылысын, бүгін августының 22-сі Вехарым Ижғалінің 907-інші күні. Эфирде заман. Қырым татар халқының Меджлис Рейс Муавины Ильми Умеровның сағлық вазиеті төліке астында. Умеров Ахмеджетінің психиатрик хастаханесінде болуна. Андауна мечбури психиатрик экспертиза кечірмеге істейлер. Қызайше Умерованың білдіргеніне көре хастахане шарайтлері мешкіл алды. Адвокат Весуэлярының шекерлерінден сон Умеровға джеп телефоны қайтаралды, беуна айлесінен көрішмеге рухсет берілді. Адвокатлар ФСБ қадимлерінің қиына фарекетлеріне қаршы чықып, Европа комитетіне шекет өтеджек ола. Умеровның сойлары Киевдеки девлет мақамлары сусып отырғанына шашалар. Когда я его посещала утром, у него подскочил сахар, упало давление, головокружение, он потерял сознание. Вот, его быстро привели в чувство, потому что я сразу позвала медсестру, которые рядом дежурят, вызвали дежурного врача. Состояние удалось стабилизировать, но вот сейчас мы вышли от него, давление снова 150, он багровый. То есть состояние здоровья не очень хорошее, постоянные головные боли. Вот, но духом он держится, он стоит на своих позициях, от своих слов не отказывается. Это такой беспрецедентный метод, это заместитель председателя Меджлиса, а реакции нет никакой. То есть единственное, что было сказано за эту неделю, это маленький твиттер пресс-секретаря Министерства иностранных дел. И не более того. То есть ни первые лица страны, президенты, спикеры, вице-премьеры, премьеры, никакой реакции. То есть я не знаю, что на них сказывается, отпуска или какие-то более важные дела, но реакции нет никакой. И это, конечно, недопустимо в нынешней ситуации, особенно по отношению к человеку, который, жертвуя собой, по большому счету, он отстаивает здесь проукраинские позиции, позиции крымско-татарского народа в течение всех этих двух лет. Бүгін саат 6-да Милли Меджлис Рейсін Муавины Ильми Умеровның әвінде дуа кечіжек. Мерасим Бақчысарай шері Лазурны 67 адресінде өткерілежек. Бүгін Ростов-на-Дону шерінің Арби мақкемесінде Қырым мұсылманларының мақкеме давасы девам әте. Мақкемеде шаат оларақ кешкен Русия журналисты, Русия президенті янында ватандашлық жемиеті ве инсан ақлары бойынша әнкешафның шуразасы Максим Шевченконың изатлары динленілді. Шевченконың білдіргеніне көре Қырым татарлары Русияды ясақ әтілген тішкелетінде іштрах әтмеге ічуін мақкеме әтелер. Оның Вести ФМ радиосына берген интервьюсыны есе Махсус Ишлетелер. Хатырлатмах истеридым ки Руслан Зитулаев, Рустем Ваитов, Нури Примов ве Ферат Сайфулаевных из Буттахри тэшкелятынен аляхалары деп хабадланалар. Олег Сенцовның аптесы Якутияда апісте бұлынған ағасындан мектуп алды. Мектупте режиссер Олег Сенцов апісте оның киби адалетсіз Русия адлесінден зарар көргенлер үшін чоқ. Оның үшін о өзіне башқалардан да Азияда диқат істемей. Хатырлатмақ істеридім ке Олег Сенцов қанусыз шекілде Қырымда терактлар азырылмасында қабатланған еді. Не надо нас вытягивать любой ценой, победа от этого не приблизится. Использовать нас как оружие против врага – да. Знаете, что мы не слабое ваше место. Если нам суждено стать гвоздями в крышку гроба тирана, то я хотел бы быть таким гвоздем. Просто знайте, что этот гвоздь не согнется. Ижғал әтілген Ахмеджетте полиция обманутый Крым деп адландырылған митинг іштіракчілеріні қуды. Әвелден ұйғылынаштырылған акцияға 50-ге яқын инсан топлашты. Чоқысы Гурзуфтан келді. Шатларының айтқанына көре полиция қадимлерінің сайысы митинг іштіракчілерінден да Азияды еді. Митинг тәшкелетчілері Илья Большедворов ве Қырым казаклар атаманы Сергей Акимов яқаланды. Ахмеджетінің Ижғалджи акимиеті обманутый Крым адлы митингіні шер меркезінде кечірмеге ясақ әттілер. Ләкін митингіні профсоюзлар мединеті ваянда от кермеге рухсет әттілер. Митингіні Ялтада да кечірмеге істегенлер, ләкін ерлі мемуриет бұна разылық бермеген. Не чините мне препятствия. Я не чиню вам препятствия. Я вас зажарту разъяснить. Предложите людям разойтись. Я обращаю внимание на законы Российской Федерации. У меня есть документ, что мероприятие согласовано. Ваше мероприятие не согласовано. Все организаторы предоставлены. Они вас дезинформируют. МВД. МВД вынесло предупреждение. Предупреждение вынесло МВД. Не вводите заблуждение. Но администрация подействует никак. Делайте. Прочитайте, пожалуйста. Я пойду на службу. Вы одна. Мы сели, поехали, привезли. Мы ждем. Мы стали как приехать.
не согласовано. Я предлагаю собравшимся разойтись. Предлагаю собрать. Вы наши действия можете в законопорядке отменить. Еще раз предлагаю. Если это вышестоящая инстанция, есть. Разгоните, завтра весь мир будет Русия тарафындан япылған эсас халқара конвенция бұзылуы бойынша Украина бір сыра мақкеме шекетлеріні халқара БМТ және ООН трибуналына әзірламақта. Бұ ақта Украина тыш ішілер назиры Павел Климкин бұтын дүниядан Киевге келген Украина елчілер топлашуында сеслендірді. Украинаның теджавузджі мемлекетіне идея жедвелінде Қарадынезде газ ве ермайының чықарылмалары ве қырым татар милетінің ақылар бұзылуы бағлы шекетлерідір. Ми перейдемо до того, щоб в рамках арбітражу, після відповідних консультацій, ми довели, що Росія порушила всі зобов'язання в рамках конвенції з заборони фінансування тероризму. Ми обов'язково доведемо, що те, що відбувається на сьогодні на території тимчасово окупованого Криму, це реальна расова дискримінація. Көчіп келгенлерге ярдым көстерген Дом свободных людей меркезі озының бір еліғыны қайдеті. Ләкін әндіден сон меркезінің фалеті хаф астында, чүнкі меркез қадимлеріні бинадан бошата білелер. Айның сонында бинаның кералық мүдетті екінлене. Шетел спонсорлары бір ел девамында кералық парасыны төлегенлер. Ләкін әндіден сон кералық парасыны меркез қадимлері озлері төлемеге керек олажақлар. Екі қатлы бинады дамыту бүнде 4 ешкілет ерлеше, бұ Крым СОС, Восток СОС, Центр зәнетісті свободных людей вен Новый Донбасс. Мұнда мечбури көчкенлер ер түрлі ұқықыден башлап, гуманитар ярдымға қадар алмаға имкенлары бар. Он может пойти и получить работу, ну, себе работу, он может получить консультацию психолога, прийти, поучаствовать в каком-то мероприятии и так далее. И что важно, что в одной коалиции находятся две, к примеру, организации, у которых есть фокус либо на Востоке, либо на Крыме. За год было предоставлено более 32 тысяч консультаций, было проведено 900 мероприятий на базе Дома свободных людей, было более 15 тысяч людей, которые пришли в дом и получили непосредственно помощь. Меркезінің доған күніні қайдетмеге мечбури көчкенлер топлашты, келмеді тек чағырылған мемурлар. Ольга Билык, Луганстан көчкен, паспортына көре Русия гражданы, ама 20 жылдан берілі Украинада яшай. Эту страну я так люблю, как вот можно любить всей душой, как будто я здесь родилась, и как будто много поколений моих родились именно на Украине. Айтқанына көре, Донбасста дженг башлаған сон Ақайы Айдар батальоны теркібінде ватананы қорчаламаға кетті ве еляк олды. Бұндан сон Ольга 14 яшлы қызынен бер-бер, анда башқа қалып оламады. Я работаю, у меня есть руки, ноги, я могу заработать на еду, на какую-то одежду. Могу все, квартиру содержать очень тяжело. Очень тяжело, если бы не помощь людей, вот, то я бы не знала, что делать. Бүгінке күнге ярды меркезі озы евсіз қалмаға мүмкін, айның соңында оданың керасы біте. Мы сейчас находимся в несколько в таком подвешенном состоянии, наверное, точно так же, как и сами переселенцы. Потому что мы тоже бездомные, скоро окажемся. И коммерческая аренда поддерживалась донором, USAID в данном случае, которые предупредили, что да, мы будем оплачивать в течение года аренду этому помещению, и что, в принципе, в дальнейшем было бы эффективно каким-то образом государству также помогать общественным структурам, которые оказывают помощь переселенцам. Меркезіні волонтерлар бір-екі айдан берлі құтармаға тырышалар. Ярдым сұрап, мемурларға да барғанлар, шер мемуриетіні де пикет япып сынап бақтылар. Шер әкемиеті бір-екі вариант теклиф етті, ама келешкен сойы да тапылмады. Исмаил Газиев, Эльдар Исматов, Эльдар Тарақташ, Заман, АТР. Риодаки олимпик ойынлары екінленді. Анда 206 мемлекеттен келген тахминен 11 бин спортшы іштырақ етті. Украина спортшылары Риодан 2 алтын, 5 күміш ве 4 тунч медаль қазанды. Украина тағымында 4 қырым сәкені бар еді. Ахмежетлі гимнастка Анна Ризадинова Украина үшін тунч медаль қазанды. Қырым спортшысы спорт ярышларында ең нәтиже көрсетті. Ләкин ярыш әкемлері Русия спортшыларына да Азияда ба қойды.
Тайки Йилевельсы Зера Умерова Крымдая Шап Оджаул Магайстейда. Лекин Крым Ижгале Вехарымнын ватандашлық блокадасында Иштрағы оның планларыны деништырды. Досларындан ғайры қыс мында Омюр Аркадашынен көрішті. Блокада Иштрақчелері Веноман Челебиджхан батальонның аскерлері Чонғарда Илк тойны кечірділер. Тавсер атлы же невбеттеки эфирімізді мұхберлеріміз икей етіджек. Бұл біздің аскерлеріміз. Мына бабаларын, аналары, мына фучуклары. Напсақ, япсақ та, біз яшайық, и савашажамыз бұлар үчін. Яны хоранты үчін, балалар үчін. Қайырлайым сені, Рифат сені да, сізге риджам бар. Минимум 10 дане бала япачасыны, санайсыңыз? Машалды! 10 дане бала! Ваше особисте, дуже велике свято, відбувається напередодні самого найбільшого. Самого величнішого свята для України – Дня Незалежності. Ви – одні із тих, хто своєю щоденною працею відстоює цю незалежність, бореться за її цілісність. Ви робите дуже велику справу. Невеста у нас із окупованого Криму, української території, жених, представитель генического района материковой части Украины, вы выбрали европейское развитие своей семьи. И это большой факт. И вы сегодня уже являетесь новыми представителями молодых крымско-татарского народа. Я желаю молодым счастья, благополучия, самое главное – процветание вашего рода. Яша сын Хрым Татарлар, Яша сын Яшлар. Машалла! Бұлынен яйнымызны екенлейміз, невбеттеки заман эфирінде Искендер Меметов тазе хабирлерінен пайлаша жақ ола. Көрушмек үзре!